Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре баллоночка пятерка, очень популярная, от Кайды Фортекса Silver Strong. По материалу бланка, сразу скажу, производитель не указывает, но здесь порядка 36 тонн материал. Кастинг, то есть тест, 3,25 грамм. Удилище вместе комплектуется вот таким пакетиком, в котором вы найдете тюльпан и два подвижных колечка, которые вы сами должны прикрепить, ну или мы вам прикрепим, если у нас будете покупать удилище, вот на такой хлыст. То есть идут два подвижных кольца, и дальше вы на специальный клей, который водостойкий, прикрепляете сюда тюльпанчик. В принципе, такая схема нужна для того, что если заранее прикрепить сюда тюльпан, то, как правило, при транспортировке хлыстик чуть-чуть выезжает и обламывается. Такие случаи очень часто у многих производителей, поэтому, скажем так, и Колмик, и дальше самые топовые дорогие удилища, они делают именно вот в таком виде, они никогда не клеят тюльпан на тонкие спортивные хлысты, потому что они могут просто сломаться. Дальше, по дизайну, видите, такая вот змеиная кожа, как ее называют, такая приятная достаточно расцветка и наложение вот этого рисунка. Значит, по катушкодержателю Джин BS6 здесь стоит. Это такой достаточно надежный, простой катушкодержатель. Ничего плохого, опять же, о нем сказать не могу. Дальше идет уже такое покрытие, soft touch, так называемое, для того, чтобы рука прилипала, не соскальзывала к бланку. И, в общем-то, по ощущениям оно тоже приятно. Торцевая пробочка. Здесь у нас один момент. Она снабжена резинкой уплотняющей, но от торца вы сможете вытащить и заменить только, в общем-то, по большому счету, хлыстик и второе колено, если сломаете. Вот здесь же должен сказать, что на все удилища Кайда, которые продаются именно в магазине Multifish, а они не имеют никакого отношения с теми удилищами КДФ, которые продаются в магазинах Кайда Фиш, мы даем бессрочную пожизненную гарантию на весь заводской брак, и плюс они участвуют в нашей программе лояльности по получению двух бесплатных запчастей в год, то есть в период действия акции. То есть кто у нас покупает удилище, подписан на три социальные сети, это ВКонтакте, Телеграм и Ютуб, тот может получить в период действия проведения нами такой акции бесплатно до двух колен в год на все удилища, купленные в магазине Multifish. Значит, удилище далее комплектуется вот таким относительно мягким чехлом. Ну, в общем, транспортировочным, по большому счету. Далее я замерил уже заранее какие-то показатели, да, необходимые, основные. Я вам скажу, значит, 150 сантиметров – это транспортная длина. Это у меня здесь листочек лежит, я смотрю. 226 вес и диаметр комля. Я вот здесь замерил 21 миллиметр. И 39 сантиметров у нас расстояние от нижней части катушкодержателя до конца рукояти. Я думаю, что сейчас можно уже разложить и посмотреть строй этого удилища. Итак, друзья, разложили. Сразу скажу, фактическую длину 470 сантиметров, то есть минус 30, имейте это в виду. Поэтому выпускаются они 5-6, пятерка-шестерка, самая вот прям оптимальная. По строю, смотрите. Ну, серединка она, конечно, чуть-чуть мягковата, я бы все-таки сделал серединку пожестче. Но, опять же, учитывая цену, достаточно неплохое качество изготовления этого удилища, нормально. Давайте нагрузим. Видите, сразу вот я, давайте, вот, но я специально на камеру, вот я ничего не делаю, вот я начинаю загружать, смотрите, видите, вот она пошла уже середина, работает, тут же включается. И она вот пошла распределять нагрузку дальше на весь бланк. Ну, то есть, это, в принципе, гарантия того, что вы ее не заломаете, что вы ее можете использовать на крупную рыбу без всяких вопросов. То есть действительно тест 25 грамм, он, ну, соответствует, да. То есть она держать у вас будет оснастку, если вы даже будете на ней ловить на течении, не за счет даже хлыста как такового, а за счет именно вот, скажем так, второго, третьего колена.
Итак, друзья, посмотрели, ну, приятная жесткая палка быстренького строя, лично вот в этой длине ничего плохого сказать о ней не могу, поэтому подъезжайте, смотрите качество, ну, сами понимаете, мы не давали бы пожизненную гарантию на заводской брак и бесплатные запчасти не обещали бы на удилище, которые постоянно ломаются. Я думаю, многие слышали, что качество кайды хромает во многих удилищах, да, но, опять же, повторюсь, та кайда КДФ, которую продается в большинстве мест, это не совсем та кайда, которая продается у нас, то есть за наше удилище мы, поэтому на наше удилище мы даем такую гарантию. По чехольчику бархатный чехол, приятный на ощупь, прошитый достаточно качественно, с клапаном таким вот на липучке. В общем, на этом все, подъезжайте, заказывайте в Multifish. Большая просьба к вам, ставьте, пожалуйста, так называемый лайк, то есть нажимайте на пальчик вверх под видео, кому понравился мой ролик, для меня это огромный плюс, и кнопочку подписаться нажмите, для вас это ничего не стоит, а для меня это большая благодарность от вас, кому понравился ролик. Всего вам доброго, заказывайте в Multifish и до новых встреч.